Задача была освободить очередной населенный пункт. И пошел артобстрел. Сперва не почувствовалось ранение. Даже внимания не обратил на это и продолжал уже бой. Когда на мосту вы получили ранение, продолжали вести бой, тогда тоже думали о подчиненных своих? Конечно. Каждый командир думает о своих подчиненных сперва. Время героев. Завтра в 13:15.